Продолжаем мы копать, сигналы лезут, и вот у нас появилась и войнушечка. Войнушечка, маленькая гильза небольшая, предположительно от винтовки Рисаки. Вот. Скорее всего, она будет. Ну ладно, я это не собираю, мне это не нужно. А хотя нет, по-моему, у нее капсуль другой был у Рисаки. Кто его знает. О, а внутри еще и пуля у него. И пуля засунута головкой вниз. Скорее всего, это копатели сбросили. Ясно, ладно. Продолжаем. Копаем мы, копаем. И снова на землю появляется опять какая-то непонятка. Смотрите, какая любопытная вещица. Ух ты. Так. Что это такое? Кто мне скажет? Ну, похоже, какой-то ключик. Возможно, ключик от каких-то часов. Такой-то интересненький. Медный. Ну, ваши версии, что это такое? Может, кто-то что-то признал знакомое. Ну, такой интересненький артефактик. Тут, по-моему, что-то написано. Нет, это показалось, это грязька. Ну, прикольно. Ладно, забираем. Продолжаем наш путь. Пока горшков екатерининских не было, печалька. Но ничего, что-то лезет и без них. Короче, у меня тут идут помехи на прибор. Тут недалеко идет электропастух, и похоже, как-то влияет на детектор. Вот, постоянно, как я от него отдаляюсь, помехи пропадают, как приближаюсь, так начинает верещать. Но это нам не помешало вытащить вот такую штуку непонятную. Вот здесь кусок кожи, а здесь идет вот загнутый штырь. Похоже, медный. Что это? Непонятно. Вот здесь какой-то штуцер. Хер его знает. Затрудняюсь сказать. Но мне такая вещь не нужна. Во, блин, здесь жесть какая-то. Здесь, похоже, кого-то убили. Подойдем поближе. Перепаду. Или подушку распотрошили, или... А, ну да. Распотрошили. Кишки все вынули с нее, вампиры проклятые. Чайка была. Жесть. Ну ладно, такое тоже случается. Поймали же как-то ее. Кто-то, хищники. Наверное, медведи разодрали. Ладно. Короче, прошли у нас тут дожди. Не так давно земля немножко отсырела, и проводимость вполне приличная. Снова мы из земли вытаскиваем кругляшок. Кругляшок. Но пока не могу ничего сказать про него. 17-18. Сейчас плюнем ядовитой слюной. И пока не могу ничего сказать, что это за монета. Вот, скажу, это 1 или 2 сантимола от виски. Полностью убитые, практически нечитаемые. Ну ладно, мы их все равно достали. Находка. Видно, как плотненько кроты поработали. Кругом кротовые ямки. Иногда в них тоже бывают интересные находки, выбрасываются наверх. Посмотрим, как будет в этот раз. Что они нам выбросят теперь. Ну, я вам скажу, сегодня довольно прохладно. Около 1 градуса, когда я приехал, было. Дует какой-то ветерок. Говорят, погода у нас сейчас закончится хорошая. И должна прийти зима на днях.
Так, у нас тут сигнал 30. Ой, блин, червь вылез. Ничего, скоро вы вмерзнете в землю. И так уже не пошевелитесь. Так, что-то я... И тут есть, и там есть плохой признак. Так, тут у нас фольга, это плохо. А тут у нас, неужели тоже фольга? Ну, сигнал 30 вообще был. Для фольги, конечно, не очень хорошо. А, здесь еще куски ржавых всяких гвоздей, так что все. Червя обратно. Короче, с этой ямы, к сожалению, нам ничего хорошего не дала. Ну ладно. Что-то не выключаешься. Вперед. А мы снова копаем. У нас снова монитос. Я даже, наверное, даже не глядя, даже не доставая его. Вот он лежит. Скорее всего, это будет сантим. Сигнал 17-18. Это очень характерно для этих монет. И я уже оказался прав. Один сантим латвийский. Сегодня у нас, к сожалению, только пока лезут такие монеты. Но будем надеяться, что тут есть и другие. Очень хочется на это надеяться. Идем к кучам, к этим кучам, к ртовым ямам. Вот. Сегодня, похоже, проклятие на латвийские монеты какие-то. Наверное, какие я засыпал, такие обратные получаю. Да, это тоже латвийский сантим. Такой в сохране практически. Ой, там даже год виден. Там даже виден год. 1932, по-моему. А может, нет. Сейчас плюнем, разотрем. И вообще ни хрена не видно. Ладно. Это мы прочитаем потом. Относительно хорошо сохранилась монетка. Где же это самое? Где же империя? Куда ее подевали? Круглый предмет и похоже, ну не знаю, надо почистить, посмотреть, может это что-то, а может это мусор, но мне кажется, что это все-таки что-то такое интересное. Короче, почистим, поглядим, если представляет интерес, сейчас будет большое красивое фото. Вперед. Звук медной монеты ни с чем не спутаешь. Вот она выкопалась. У меня, кстати, неприятность одна приключилась. Ну, она не критичная, конечно. У меня сдохнут батарейки на пинпоинтере.
А вот я не знаю, я ли это попал, но след, может быть, в нее когда-то другой копатель попал, но вот чувствуется удар такой. Вот она и заветная империя, но погнутая. Ладно. Все равно монеты, все равно заберем. Сигнал был 36-37, четкий-четкий, блин, его вообще ни с чем не перепутаешь уже. Процентов на 80 знаешь, что это будет монетос. Давайте попробуем посмотреть, что лежит в кротовой кучке. Сигнал шел тут 18. Чтобы там, главное, крот не лежал. Ну. О, слышите? Пинпойнтер просит пощады. Говорит, еды. Что это у нас было? Это у нас... Да хрень какая-то, сейчас я потру. Кусок свинца, похоже. Сейчас посмотрим, это он, не он был. Да, совершенно верно, это он был. Короче, говно нам крот принес. Ничего интересного. Ладно. А счастье было так близко. А мы все достаем и достаем из земли круглихи. Громадные. На этот раз это что? Не знаю. Круглая штучка. Возможно, жетон. Но нужно чистить, смотреть. Сложим в карман. И надеемся на чудо. И снова у нас что-то лежит. Вот такое кругленькое. Что это такое? Какая-то полусфера. А, это какая-то интересная пуговка. В ней есть ушко, но она, по-моему, без легенды. Но такой очень любопытный. Формы полусферы. Ну что, ладно. Может быть, внутри будут надписи. Хорошо. Пуговица тоже неплохо. Итак, у нас потенциально интересные ситуация. Фух, чуть мне руки подзамерзли. И губы тоже. Поэтому речь моя будет невнятная. Так что не обижайтесь. Холодность уже. Короче, здесь сигнал 30. Четкий где-то уже сверху. Там сигнал 34 остается. Давайте смотреть. Короче, если здесь будет какая-нибудь монитосина, то значит и там что-то будет интересное. Если здесь будет говно, то и там будет говно. О, блин. Как ты не вовремя дохнешь? Так. Ну да. Я уже думал, я уже тут в мыслях. Кошель. Какой-то треугольник, я думаю. И там дальше будет то же самое. Ну, это мы сейчас посмотрим. Сигналы немножко отличаются, но сейчас выкопаю, поглядим. Вот подарок нам от кротиков. Какой-то фарфор. Что это такое, непонятно. Внутри, похоже, дырочка. Может быть, что-нибудь от какой-нибудь изолятор. Может, нет, может, фарфор. Глазами увидел, торчит что-то белое. Сейчас вот здесь такое большое скопление кротовых ям. Сейчас мы их обзвоним. И я уже буду понемногу заканчивать.
Я уже откопаю один из последних сигналов. С глубины опять я что-то достал. Так, сейчас будем смотреть, что это. О! О! Это у нас, похоже, какой-то элемент типа какого-то солдатика. Ага. Этот у нас традиционно всадник без головы. Короче, всадник без головки. Лошадь целая. Ну такой здоровенький, на такого еще не попадался большой. Ух ты, жалко немножко. Голова согнута. Только не отвались. О! Выровняли башку ему, конику. Купила мама коника. А конник без ноги. Короче, ай, ушел вниз. Так, у коника у нас есть половина задних лап. Есть голова. Есть чувак без головы. Ну, нормально пострадавший, но ладно, отлично. Солдатики это я люблю. Забираем. Вперед. Еще, наверное, копану 1-2 сигнала и ухожу. Ну вот и подошел к концу наш коп. Сейчас, наверное, скорее всего, копаю последний сигнал. Я уже его выкопал. Он где-то вот здесь, 34. Пинпоинтер доживает последние минуты своей жизни с этой батареей. Сейчас посмотрим, что не за сигнал. Ну, я думаю, ничего интересного, потому что сигнал был очень довольно так наверху. Может, интересное что-нибудь. Где ты? Где ты? Вот. Ну, ничего интересного. Ну вот я и заканчиваю. Заканчиваю я монеткой. И монетка это традиционно для сегодняшнего дня. 2 латвийских сантима. 20-е, 30-е годы. Вот. И сегодня это самая популярная находка была. Ну что, значит, так было надо. Что делать? Короче, там находки были всякие интересные. Потом все рассмотрим. Сейчас в этот видеообзор, как всегда, будет. И мы там все увидим, что мы там нашли. Вот, у нас, наверное, уже тут на днях должна прийти зима. Что-то осень затянулась. С севера идет какой-то там холодный фронт. И поэтому, я думаю, в ближайшие дни у нас уже похолодает значительно. Но, я думаю, еще пару раз мы в этом году выйдем и покопаем. Вот. Ладно, все. Всем пока, спасибо, что смотрели. Сами все знаете, что делать. Так, так. Подписка, репост. Все, встретимся на копе. Всем пока.